Группировки войск Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на позиции Вооруженных сил Украины при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. Соединение воинской части Донецкой Народной Республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе. В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев – американские противотанковые комплексы «Джавелин» и британские «НЛО».